Всем привет! С вами канал Артмания. И у нас срочное сообщение для моих подписчиков, поскольку YouTube канал может закрыться. Неизвестно вообще, что будет происходить дальше. То у нас есть канал в Дзин, Яндекс и ВКонтакте. Скорее всего, на моей странице основной будет дальше все происходить. Вот. А еще Рутуб. Рутуб можно, кстати, прямые трансляции делать. Еще заодно и там тоже. Вот. Я смотрела, там есть кнопка. В Яндекс.Дзин я не нашла этой кнопки. Ну, я планирую. Поэтому давайте, мои дорогие подписчики, кто подписан, кто нас смотрит, давайте все вместе с вами, если вы будете дальше продолжать, то все вместе перейдем с вами в те каналы, и я также взаимно подпишусь. Только вы мне об этом напишите. Вы можете мне написать ВКонтакте, там две страницы есть, вот, либо там в комментариях. Взаимно я точно так же на вас подпишусь. Вот, чтобы следить за новостями друг дружки, видеть, что, как происходит, смотреть дальше. Вот, надеюсь, ну, очень надеюсь, что будет все хорошо. YouTube-канал, конечно, мне терять очень не хочется. С 2017 года я уже снимаю. Много уже насняла. Вот. И также вот сейчас там выйдет ВКонтакте, где меня можно найти, моя страничка, Рутуб. И в описании будут ссылочки. В описании и в комментариях я оставлю. Чтобы вы могли найти канал, будет называться точно так же Артмания, по-английски, как и было. Вот, чтобы вы могли найти нас. Будем же надеяться на лучшее. Всем мира, добра и всем пока-пока. С вами был канал Артмания. Так, снова всем приветики. Смотрите, есть Рутуб. Это русский, как YouTube, типа. Здесь у нас тоже есть канал, есть видео. Сюда по возможности я буду тоже загружать видео, вы сможете смотреть, следить за нами. Также вы можете подписываться, я буду на вас тоже подписываться взаимно, только сообщите мне обязательно. Не знаю, будет здесь видно или нет, когда кто-нибудь подпишется. Вот так вот, вот он вбивается, будет в конце в описании. Также Яндекс.Дзен, здесь у нас тоже есть канал. Тоже буду подписываться взаимно, вот они здесь все видео. Все здесь есть, посты, то есть тут все есть. Канал также вот будет называться. И все это вы мне можете написать здесь вот ВКонтакте. Моя страница основная. Сейчас у меня аккаунт немножко закрыт. Я его сейчас открою, чтобы вы мне могли написать, что, чтобы хотя бы взаимно подписаться друг на дружку. Я с радостью подпишусь взаимно. Ну и, конечно, можете просто подписываться, кто мои подписчики со мной остаются, кто хотят со мной перейти на следующий канал. То, пожалуйста, я буду очень-очень безумно счастлива. Не хочу вас терять. Вот. То есть вот он. Аккаунт. Все. Всех вас жду.